Одна тренировка в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса на Дианово у этих ребят занимает около 2 часов. Сегодня занятие начинается необычно – на суше и не с разминки. 10 минут драгоценного тренировочного времени омские пловцы-паралимпийцы посвятили рассказам о недавних успешных выступлениях на первенстве страны. Из Дзержинска в середине октября омичи привезли 25 наград, в том числе 8 золотых. На первенство России я раньше не ездила, но вот решили отправить хотя бы один раз, потому что там с 12 до 19 лет, что последний год. Но, так как сказал тренер, собрать все медали, но я и собрала. Занимаюсь уже 10 лет. Как бы для меня другой вид спорта как бы не особо будет подходимый, то что не совсем для моего здоровья. И в этом спорте я больше чувствую себя легче, как бы рыба чувствует себя лучше в воде, даже по гороскопу рыбы. Сейчас на эти соревнования много ребят, которые вообще не ездили на российский уровень, точнее соревнования российского уровня. И для них это было, наверное, что-то новое, такие глобальные соревнования, где масштаб очень большой. Он отличается от наших областных соревнований очень сильно. И, наверное, это очень большой опыт для них, как и общение с социальной группой людей, также и просто в опытных, в таких официальных соревнованиях больших. У нас сейчас в команде, значит, как минимум из 12 человек 5 действующих мастеров спорта, и еще одна девочка выполнила уже на этих соревнованиях. Вот, поэтому по уровню мастерства мы являемся одной из сильнейших команд Российской Федерации. Первенство России для нас прошло, можно сказать, удачно. То есть второе место из 35 регионов – это здорово. Но сложнее будет нам на следующий год, когда уйдут старшие ребята, потому что возраст останется 2000 и 2007 год. 99-й уже уйдут во взрослых. То есть только будут выступать на чемпионатах России, на первенстве они уже не имеют права выступать. Поэтому молодежь подрастает. То есть есть ребята, но как бы сложно будет бороться на следующий год нам. Ну, я думаю, подрастут маленькие. У нас есть хорошие, у меня занимается где-то в районе 29 человек. Ну, есть совсем маленькие, там 2008 и 2010 год. А есть ребята неплохие, которые уже вот-вот-вот на подходе, так скажем. Через плавание они могут себя утвердить, кем-то стать. То есть их узнают. Они себя буквально ощущают совершенно другими, нужными людьми. А если бы они не занимались, они бы сидели дома, болея за своих товарищей на соревнованиях. Стремление победить у них огромное. Мы же сибиряки, у нас сильный дух, сильный характер.